Видеообзор на iPhone X 10 у нас. Сразу давайте к внешнему виду перейдем. То есть, почему цена такая, соответственно. Крышка задняя битая. С этой стороны идет в отличном состоянии все, но сразу говорю, что экран стоит не родной, так как трутона нету. АКБ уже проверил. Немножко неудобно. Вот 77%. АКБ родной 77%. Немножко подуставший. Face ID работает. То есть спокойно, понятно, да, что Face ID работает, все, звук работает, сим-карту видит, все отлично. То есть из дефектов это крышка задняя битая, экран целый, но не оригинальный. Копия нормальная, неплохая. Экрана, никаких аккаунтов нет и обременений. Face работает, аккумулятор родной 77%. Все работает.